У меня ж ранее на Иви справка. Вы уже не дергаетесь, да? По барабану. Ну давайте, мальчик, я пойду там барахлиться возьму и в подвал. Помочь вам? Нет, спасибо. Попали журналистами Сербии, попали вместе на 16 этажку, на застройку недостроенную. То есть она огорожена, там были собаки, они на нас набросились. Мы смекнули, что необходимо взять мясо, отошли, взяли куриных окорочков в соседнем магазинчике. Накормили доберманчиков и побежали быстренько на стройку. Поднялись на самый верх, на башню, и начали видео и фотофиксацию арт-дуэль между ВСУ и ополчением ВСУ позиции. Оттуда перпендикулярно вылетело красиво очень какое-то количество огоньку. Так как я никогда раньше не видел ничего подобного, я стою, смотрю и говорю, интересно, что это такое и куда оно висит. И стою относительно ничего не опасаюсь, потому что мы стоим на крыше, там вокруг что-то взрывается, но в принципе мы не можем являться там чьей-то целью, еще что-то такое, потому что под нами нету ни позиции ополчения, ни ничего, то есть это частный сектор. Чуть дальше находится аэропорт, по которому предположительно все это фигачится. Вот мы стоим, и в какой-то момент начинается страшный грохот, мы падаем, снег на крыше. Я открыл рот, закрыл уши, как учили, все внутренности сжались. В общем, отбомбили, я не знаю, что это было, но на видео видно, как взлетает и видно, куда прилетает. То есть вы все это сможете сопоставить. То есть то, что видел я последнее, перед падением в снег лицом и глубоко в него зарывшись, потому что такое инстинктивное желание возникает. Оно разрушило значительно большое количество домов в частном секторе. Но как вот это все произошло, мы не очень долго думали, что дальше делать. Мы начали сворачивать удочки и видели еще лампа взлетела, это осветительная ракета, которая обозревает, что произошло. Валим. Но мы смотались оттуда, потому что мы трусоватые ребята. Это уже второй раз? Да, второй раз. А что здесь важного такого? Чего сюда целятся? Не слышу. Что здесь такого важного, почему сюда целятся? Ну, или они попадают и не целятся? Это на это присылает пенсию. Мы же не получаем уже по 4 месяца. Серьезно, это что-то есть, почему они могут целиться? Да вообще нету ничего. То есть только жилые дома и все? Конечно. Хорошо, Дим, спасибо тебе огромное. Береги себя. Не за что.